два, один, поехали! Давай! Давай! Сюда! Я микрофон ушатал! Кошельки, духа, живи! Смотри, я кое-что придумала! Реально, я думаю, ребята твои будут рады! Давай, если... Если твои кенты под этим видосиком ставят 10 тысяч лайков, то ты делаешь просто впервые в истории такой дорогой ролик. Позорись, Лира, и чтобы они комментарии написали. Кому-то из тех, кто напишет комментарий, поставит лайк и подпишется на мой канал, я дам 18 голды. Здарова всем, ребята, кентуга на проводе. И прямо сегодня я открою новое Nameless Case, и вам не послышалось. Поэтому, ребята, обязательно прожмите лайкусик и подпишитесь на мой канал. И сегодня я не один, со мной. Ой, не в ту сторону. Котя, приветик, кентуха, сегодня я тебя ограблю. Так подожди, подписчики еще не знают. То, что я все, что попадает с этих кейсов, абсолютно все, я отдам тебе. То есть, если тебе выпадет Керамбит Голд или АВМ Спорт В2, я тоже отдам тебе. Я там еще увидела Nameless кейсик, это 100% мне выпадет отсюда что-то жесткое. А прикиньте, выпадут очки Хармони. Все, ребята, поставьте кентухе целую кучу лайкосиков, потому что вы понимаете, что сегодня он станет бобжом. И подпишитесь на мой канал, потому что, ребята, сегодня еще одно видео, где я трачу гал! Значит, на моем канале это редкость. Ну что же, Котя, смотри, я уже немножко закупился, уже есть Assistant кейсики, Furious кейсики, Origin кейсики, даже есть Хэллоуин стикер пак! Ого, слушай, если это выпадет какая-то дорогущая наклеечка сюда, на базу. А может мы с него и начнем? Ты хочешь с Хэллоуина начать? Ну давай. Давай с паучка, я там видела тебя паучок. Ой, ну давай, паучка, давай, давай, давай. Я люблю паучков, открывай. Так, давай так, что выпадет мне дешевле, получается, 50 голды ты мне не отдаешь, да? Ну, типа подарок. Ну, я не против, я не против. Хорошо, давай, все, что 50 голды я даю. Мелочь тебе оставим. Хорошо, поехали. Ой, ну, Котя, пожалуйста, ой, хотя бы легендарочку, хотя бы что-то дорогое, пожалуйста, сюда. Не, подожди, она стоит 30 голды. Она не 30 голды. Да 30 голды стоит. 30 голды. А да нормально стоит. Давай, заходи, я уже пошла на тыкочку, подожди, так. Ребята, первая кровь пошла. Я покупаю чарм. Я уже захожу, Вич, так, подожди. Крафт, ты готова прямо 100, сейчас? 107.99. Давай 107, уже, я, давай. Поставила, у меня все а, зависит. А, ты поставила? Я, можешь, ладно, я сливаю, сделать. Сливаю. Сливай в истории, покажет, сливай. Котя! За 0.03, сюда. Поздравляю. Хорош. Блин, ребята, я нищий. Это только первый хлын черпак. Так, начнем. Повезло, повезло. Давай зону Котя, 9, давай зону 9. Там, кстати, жесткие скинчики есть. Ты... Ого! Смотри, тут ножики М40 есть. М40 монстр. Погляди. Кстати, кентуха, мне отсюда выпадало очень много статрековских скинов. А, даже не рассчитывай. Не-не-не-не. Все, готово? Давай, доживай, Шарбан. Поехали. Хэштег Рарка. Рорко. Харко. Да какое Хэштег зона 9. Дишмади, зачем он мне? Да, да, алло. Нормальный скин. Ребята, идемте радовать Котю. Да не надо, оставь себе эту мелочь. Было за гифтбоксики, давай гифтбоксик. Гифтбоксик хочешь? Ты уверена? Может не надо, может не надо. Только забустил, только забустил керамбитик. Давай, раз забустил, два забустил. Давай. Пару раз еще Origin боксик забустил. Не надо никакой Origin. Поехали. Что с тебе выпадет? Пожалуйста, хотя бы это был мой керамбит год. Фу! Ура! Мы это сделали! А может еще один гитбоксик? Ну давай, давай. Давай, давай. Че, думаешь, Керголд выпадет? Я знаю ютуберам, которым мы подали Керголд, ты без прикола. Так, вот это давай и забудь. Да. Я знаю ютуберам, которым подали оригин-боксы. Хорошие боксы, отличные, удаленные. И я открываю гитбокс! Кентуха, я вот это вот не пойму. Ты снимаешь постоянно целую
целую кучу видосиков. Откуда у тебя столько галдишечки? А ты в курсе, что на булдропе вышел булпасик? А ты в курсе, что на булдропчике идет раздача халявных ножичков, халявных призов и кучи всего халявного? А еще плюс, лично от меня, в комментариях к видео будет промик на халявную галдишку. Поэтому, ребята, действуйте! Быстренько бегите и забирайте халявочку. Кобздец, вот это жестко. Ты видал Origin кейс практически. Если бы он выпал, мы бы еще один купили. Слушай, это экономное видео. А сейчас откроем Origin кейс. О, ты губу раскатала! Давай, а давай сейчас откроем губозакаточную машину! Ах, тебе предложение. Да нет, губозакаточная машина. А вот такая! Ну ладно, давай. Ты готова? Смотри, как тебе вот этот МД? Красивый? Ну такой непоганый. Но мое предчувствие, что мне выпадет, например, статрековская М4 некромансер. А как тебе вот такой АКР-12 пиксель? Нет, пиксель себе остался. Хэштег пиксель! Ну что, ты готова? Пиксель такой себе, какой-то жлобский. Погнали, брата, погнали! Пиксель! Пиксель! Пикс! Но! Какой пикс! Ты нахахал! Ты просто! Ты как порода сидишь вот это! Имба! Имба? Имбулечка? Да ну давай фурис, может ножик выпадет. Что ты такой забрала один брелочек и дальше сидишь мания какая-то выпадает? Смотри, сейчас будет рарка. Хэштег рарка. Да какой дигл! Да зачем мне этот дигл? Я его на витрейдеру подарю. Ну смотри, сейчас еще один фурис кейс. Готово? Давай, открывай. Считай до трех. Раз, два, три. Я же открыл. Носик один маленький, пожалуйста. Рарочку, пожалуйста. Блин, а дорогая. Гош, хотя бы легендарочка сюда. Хотя бы не статры. Ну хотя бы, но все равно бабочки сейчас все залатаю. Дядь, ой, повезло, повезло, повезло. А ты купила его или он у тебя есть? Да купила для тебя, Котя. Все, давай, потратим еще одну галдишку на тебя. 41,77. Давай. 77. Поставила. Я сливаю сюда. Эх, везет же кому-то. Мне бы кто-то так слил. Ютубер, если удалось снимать подобную рубрику, приглашайте меня. Я не против. А может сейчас еще один Origin кейс? Вот я хочу все самые стрёмные кейсы открыть в начале, чтобы было вообще не страшно. Не страшно, слушай. Ну, у нас еще есть Неймлис, это самый страшный. А, блин, мы можем вспоминать. Не говори это слово, не говори, забудь. Ребят, хэштег АВМ Феникс. Нормальный скин. Харкана, пожалуйста. Да Да! Это какая-то договоренность, почему одни эти пиксели камуфляжи выпадают. А давай Хэллоуин бахнем. Нет, нет, только не это. Давай Хэллоуин бахнем. А прикинь, что голдскул выпадет. Вот этого. А прикидывай, а может выпасть. А ну давай по три ему башку. Раз бустик, два бустик. Давай, потер, все, ты готова? Знаешь, я его хочу, вот это с крылышками, левый, легендарочка, я его хочу. Вот, вот это? Да. Слушай, да, вот ты там, давай губу не раскатывай, знаешь, что ты хочешь? Да уже раскатала. Блин, тут любой скин дорогой, даже рарка, мне даже ее жалко дарить. Вот этот Буба 700 голды, зачем он мне сдался? Сколько? 800 голды? 800, да. Мама дорогая. Ладно, все, ты готова? Готова, давай, дожимай. Давай, 3, 2, 1, поехали. Ребята, поставьте, сейчас повезет. Я сейчас заберу китухи, бабосы, клоуны. Нет, это стоит тоже 1000 голды. Нет, он уже 800 голдишки. А, уже 800? На 800 голдишки сейчас не перепадет. Да блин, это слишком много. Хорошо, хорошо. Ты можешь не будете отдавать. В смысле? Я тебе не знаю, где ты живешь. Сколько? 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 Ты видела цену? А сколько клоуча стоит? 872 голдишки! 2 голдишечки на базу, домой, клоучки! Минус голда! Не расстройся, не расстройся. Скажешь, когда ты его купишь, давай покупай, не переживай. Ребята, я купил этого клоуна. Хэштег клоун на базе. Хэштег клоуна, ходи сюда. Так, я хэштег не погано. Готово? 800 ставлю запрос. Давай, ставь запрос. Опять зависло. Я поставила, но он сверху. Сливаю! Котя! Есть, что-то показано на 3 сюда, клоуна. Да! Сейчас переходим к самому интересному, да? Я все вижу, давайте, иди своей кочерышечкой. Нееет! Нееет! Кейсик, нажимай. Только не это! Закрывай глаза! Закрывай! Ты я готова? Не буду смотреть, только не обманывай, все, давай, я ты закрыла. Готова? Скажи мне только одно. Че? Ты готова? Я готова тебя сейчас просто ограбить. А, нет! Котя, смотри, что тебе выпало. Че мне выпало? Открывай глаза. Открывай глаза?
Джин растворили! Хороший велик выпал сюда, сюда на базочку! На базочку плюс 20 тысяч от китухи нижней предназначения! Блять! Это была шутка. Прямо сейчас мы откроем по-настоящему Невилл Кейзик. Ты че там уже радуешься? Так, где сейчас еще дороже может выпасть, а я уже попродовалась. Не, какое дороже? Ща выпадет. Блин, я не знаю, что должно выпасть, тут все дорогое. Все, ты готова? Скажи мне только одно. Готова, давай. Фу. Я всегда готова, давай. Да! Левая, три, правая, два, левая. Один, поехали! Давай! Давай! Кентуха, ты там живой, дядь, от микрофона там отпал. Я микрофон ушатал. Хэштег Кентуха, живи. Блин, может простишь? Не, не прощу, дядь. Идем тебя отдавать. Нет, ты фанфауэзер. Нет, 18-ка. Я прямо сейчас куплю. Кентуха, стой, не нажимай, Кентуха, подожди. Так. Не плачь, я вижу, что ты очень сегодня переживаешь. Да, я уже переживаю. Смотри, я кое-что придумала. Реально, я думаю, ребята твои будут рады. Давай, если твои кенты под этим видосиком ставят 10 тысяч лайков, то ты делаешь просто впервые в истории такой дорогой. Позорись, Лира, и чтобы они комментарии написали. Кому-то из тех, кто напишет комментарий, поставит лайк и подпишется на мой канал, я дам 18 голды. Просто я понимаю, что у кого-то, ребята, может быть, не будет голды на запрос. Поэтому лучше я солью просто голдой. Просто 18 голды вообще кому-то из подписчиков. Хэштег Котя Щедрая. Да, и кто досмотрит этот видосик до конца, ребятки, кто посмотрит сначала и дальше не пойдет, тот не получит лазер, вот понимаете? Так, так что, братачки, сейчас кто-то залутает себе. Вот это видео снял, считай, минус 22 тысячи голды. Или минус 23. Ну не погано! Ну что же, уважаемые подписчики канала Кента ПК и Котя, обязательно прожмите лайкосик, подпишитесь на мой канал, на канал Коти, напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха и... Котя, покедова! Пока!